как депутат Государственной Думы Ирина Роднина выступила с ежегодным отчетом по итогам проделанной работы, а также представила план на 2024 год. Самое большое количество поправок у нас было по медицине. Все хотят быть здоровыми. Парламентария рассказала о масштабных работах по строительству школ и детских садов, больниц и поликлиник в избирательном округе, а также о стимулирующих мерах поддержки и выплатах для педагогов и медиков в регионах. Кроме этого, Ирина Роднина ответила на вопросы химчан. На встречах, как правило, нам задают вопросы по ЖКХ, по пенсиям, по дорогам, по условиям жизни, по лечению каких-то там проблемных заболеваний. Так что это нормальная такая работа. Единственное, она в этот раз окрашена тем, что впереди большое испытание для страны – это выборы президента. Также координатор партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина рассказала о строительстве спортивных сооружений, программе по созданию открытых спортивных площадок. Добавим, что в отчетной кампании приняли участие активисты партии «Единая Россия», химкинские депутаты, представители администрации городского округа и местные жители. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.